Привет, друзья! Ролик смешной. Про женщин и про яйца. Вот представляете себе, читаю в интернете, с яйцами проблемы, проблемы какие-то. Ну, не понимаю, какие проблемы. Может, вы знаете, какие проблемы там пишут в интернете про яйца. Но суть-то вот в чем. У меня в холодильнике лежали яйца. На Новый год мне приготовили, оставили. Я вот открываю холодильник, они там вареные яйца лежат, и я поэтому думаю, что же мне делать с ними. Ну, лежат в холодильнике и лежат. Ну, думаю, можно их есть уже или нет. Уже 3-4 дня прошло, они в холодильнике. Я вот думаю, кому бы позвонить, узнать. Ну, наверное, надо женщинам позвонить. Ну, я нашел, кому там позвонить, там посмотрел, кто сейчас в сети, и спросил. А можно ли в холодильнике вытащить эти яйца? Ну, 3-4 дня же прошло с Нового года, с праздника, и есть, или нельзя? Ну, мне приятельница там говорит, а ты их возьми и понюхай, они, если без запаха, то можно. А я говорю, так они же в скорлупе. Она мне говорит, так ты их разлупи. О, Господи, теперь я понял, зачем женщины нужны мужчинам. Ну, что бы я делал? И не разлупил бы, а как бы я понюхал. А, кстати говоря, органы чувств, и обоняние, и тактильные, и другие, вот 5 органов чувства у женщин работают лучше. Поэтому они легче попадают в транс. Вот я смотрю ролики там какие-то, кто-то там выставляет какое-то видео, что надо то-то делать, это делать. И женщина смотрит, делает это и в транс ходит, потому что она одновременно с тем, что она смотрит и слышит, ну там про медитацию, с музыкой там или еще чего-то, она это все чувствует, переживает и входит в транс и медитирует. Друзья, музыку слушайте, входите в любые положительные трансы, лишь бы вы были здоровы. Куда мы без вас с нашими денемся? До встречи, друзья!